Всем привет! В эфире в тренде. Друзья, сегодня предлагаю подвести итоги уходящего лета и наверстать все то упущенное, которое мы с вами не смогли достичь. Начнем с загара. Тут все очень просто. Выбираем самый-самый яркий день в году. Выбираем самый-самый клевый купальник. Берем 3, а лучше 4 банки гуталина. Намазываемся, сохнем. И как минимум на неделю вам обеспечен шоколадный загар. А если возьмете отечественный гуталин, то на месяц. Друзья, совсем скоро осень, и это самая романтическая пора года. И вот выглядеть так, как я, во всей этой романтике, ну, просто никуда не годится. Именно поэтому я пришел сюда, на улицу Жуковского, 7, в салон красоты «Секрет». И то, что там со мной будут делать, это тоже секрет. Но, в общем, вы сами все увидите. Первое, что видишь, когда заходишь в этот салон, это огромное количество всевозможных наград и дипломов. Но при этом при всем атмосфера остается по-домашнему уютной. Именно это помогает расслабиться и доверить себя в руки профессионалов. Обычно, приходя в салон, специалисты спрашивают, как вас постричь. Но здесь, глядя на все эти дипломы и сертификаты, я должен спрашивать, как будете стричь? Стильно, модно, молодежно? В общем, друзья, буквально через пару минут я из обычного Сережи стану Сережей в тренде. Команда лучших экспертов красоты, стилисты, мастера по дизайну ногтей, спа-специалисты готовы предоставить вам целый ряд, ну, скажем так, красивых услуг. Таких как парикмахерские услуги, прически и макияж, уход за телом, эпиляция воском, шугаринг, спа-уход, маникюр, педикюр, шеллак, моделирование ногтей, профессиональная косметика. В общем, каждый найдет свой секрет красоты. И что немаловажно, секрет постоянно совершенствуется. И точно знает, что сейчас в тренде. Вот, друзья, смотрите сами, буквально 60 минут, и даже из такого квазимода, как я, может быть принц. Осталось только коня найти. Стой, конь, слышь? Не успели влюбиться за это лето? Так это вообще проще простого. Вышли на улицу, нашли любую девушку или любого парня и влюбились. Правда, если у вас есть жена и муж, тут, конечно, посложнее. Но все равно, все решаемо. Друзья, мы с вами находимся на улице Ключевская, 76А, и хотим вам показать царство красивых, а самое главное, здоровых глаз. Офтальмологический центр «Визус». Опытные специалисты офтальмологи центра владеют самыми современными методиками диагностики и лечения глазных заболеваний. Какие тут могут быть диагностики, спросите вы? Что, так непонятно, когда у тебя нормальное зрение, когда нет? Скажу честно, хотя лучше покажу. Друзья, мы находимся в центре «Визус», рядом с директором этого великолепного центра, Жанна Всеволодовна, это заслуженный врач Российской Федерации, именно ей я доверю свои глаза, так сказать, на осмотр. Центр оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой, операционными микроскопами, микрохирургическим инструментарием, теле- и видеоаппаратурой для регистрации хода операции, операционными системами для проведения операций на переднем и заднем отделах глаза, и самыми современными лазерами, которые проводят рефракционные операции, направленные на исправление рефракционных заболеваний. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Ну что, нижнюю строчку видим? Да. Читаем. Н, Ш, Ю, И, Б. У вас прекрасное зрение. Плюсик вам убирать не надо. Угу. Прекрасное зрение.
Теперь мы эти данные, если бы вы нуждались в операции, отправляем по серверу на другой компьютер. Вот сюда отправляем. И вот на этом компьютере машина сама высчитывает, сколько роговицы мы набираем. Мы один глаз делаем вдаль идеально 100%, а второй минус, чтобы вблизи хорошо смотреть. У меня есть такая моновиженная технология. Поэтому вот в этом плане. Ну что, все понятно, Жанна Савановна. Вам спасибо огромное за консультацию. Спасибо, что у меня зрение, кажется, нормальное. Я всю жизнь думал, что что-то не то. Не-не-не, у вас все нормально, но вот в возрасте вы, к сожалению, состараетесь. Друзья, глаза – это зеркало души. Так вот, с помощью Визуса я узнал, что мое зеркало стопроцентное. А ваше? Не успели побывать этим летом в какой-то заграничной стране? Так это вообще проще простого. Взяли какой-нибудь неизвестный нам сорт алкоголя, фрукты, сели перед Гуглом, набрали свою страну и сидим 12 дней, 12 ночей. Друзья, мы находимся на улице Геологическая 11, это царство бань, Трифоновские бани. Мы хотим презентовать вам новую услугу, да даже не услугу, клуб. Новый банный клуб у камина. Ты кого снимаешь-то? Это вывеска, пойдем нормально снимем. А вот и оригинал, с которого была нарисована та картина. Посещение этого банного клуба стоит, сейчас сами посмеетесь, всего 400 рублей. С 9 утра до 9 вечера, без ограничения времени. Ну что, друзья, вперед, навстречу к здоровью. Фу, с Богом. Нашему здоровью представлены 4 парилки и 2 бассейна. Доплачивать за них не нужно. Как говорится, все включено. Парилки разные и на любителя, но для полного оздоровления нужно посидеть в каждой. Итак, начнем. Хамам, или турецкая баня. Благотворно влияет на дыхательную и пищеварительную системы. Русская парная. Благотворно влияет на кожу и помогает справиться с депрессией, снимая эмоциональное напряжение. Финская парная. Лучше всего подойдет для пожилых и для детей. Сухой пар он легче переносится организмом просто. Также воздействует на заболевания опорно-двигательного аппарата. И самая изюминка этого клуба – инфракрасная парная. Способствует выделению токсинов, подходит для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Да, друзья, здоровье – это все-таки труд. Тяжелый, упорный, но благодаря этому клубу достаточно приятный труд. Так а откуда у него на столе взялись эти явства, спросите вы? Все очень просто, я заказал их в кафе с креативным названием «Предбанник». И вы тоже сможете заказать. Ну а если аппетит после парных у вас не проснулся, в клубе есть бар, где готовят вкусные коктейли. В общем, запоминаем. Понедельник, четверг, суббота – мужские дни. Вторник, пятница, воскресенье – женские дни. Что же касается семейных посещений, то в будни они с 4:30, а в выходные с 2 дня. Алло, дорогая, говори быстрее. Я не могу, сейчас сюжет снимаю в Трифоновских банях. Какая сауна? Это место для семейного отдыха, банный клуб. В общем, бери дочку и езжай сюда, а то мне одному много отдыха будет. Даже очень много. Трифоновские бани стали победителем конкурса «Гемма» – лучшие товары и услуги 2013 года. Ну а если за все это лето вам не хватило всего лишь впечатлений, тогда включайте телеканал АТВ, смотрите программу «В тренде», и впечатления вам гарантированы, друзья. У нас всегда лето. Имидж ведущего – салон красоты «Секрет». Улица Жуковского, 7, телефон 575-575.